Всем привет! Меня зовут Тори. Добро пожаловать на мой канал. На дворе лето, очень тепло, даже слишком тепло. И иногда не хочется подходить к плите, но сладеньким-то себя порадовать хочется. Поэтому сегодня мы вам покажем очень интересный, очень сладкий и очень вкусный торт без выпечки, который называется Декаданс, с печеньем Орео и Сникерсом. Что нам для этого понадобится? Итак, нам нужна одна большая пачка 228 грамм печенья Орео, 3-4 конфетки Сникерса или просто один большой Сникерс, 300 грамм крем-чиза любого сливочного, да, сыра, 200-250 грамм взбитых сливок, 1 стакан сахарной пудры, 150 миллилитров карамельного соуса, арахис по вкусу и молочный шоколад для украшения. Друзья мои, что мы делаем первым делом? Первым делом мы делаем основу торта из печенья Орео. Для этого Орео отправляем в блендер, и измельчаем мелкую крошку. Так, перекладываем нашу крошку в миску. Добавляем пару ложек карамели, столовых, естественно. Ну, я так на глаз. Размешиваем до однородности все. Теперь всю эту массу мы высыпаем в разъемную форму, ну или сразу в стеклянную форму, в которую вы будете подавать. Так, и формируем края и бортики. Ребятушки, мы сделали бортики. Сразу говорю, у меня форма диаметром 26 сантиметров. Это слишком большая форма. Берите форму, чтобы повыше торт был, форму поменьше диаметром. Все, отставляем пока в сторонку. Начинаем приготовление начинки. Берем крем-чиз. Кстати, ребят, если вы не хотите покупать крем-чиз, а хотите сделать его самостоятельно, вот по этой ссылочке переходите. Здесь мы показываем, как делать домашний крем-чиз. То же самое и с карамелью. Вот сегодня мы купили, мы ленивые. Обычно мы ее делаем сами. Вот здесь вот рецептик, как сделать дома карамельный соус. Итак, продолжаем. Берем крем-чиз, сахарную пудру и осторожно все смешиваем. Сливки у нас взбиты, не сладкие. Если вы не знаете, как взбивать сливки, никогда их не взбивали, опять же, переходите по вот этой ссылочке. Здесь мы показываем, как взбить сливки самостоятельно. Все, размешиваем хорошенечко крем-чиз со всей нашей сахарной пудрой. Теперь в крем-чиз мы вливаем примерно половину нашей карамели. И еще раз хорошо перемешиваем. И далее наш крем-чиз порциями вводим во взбитые сливки. Потихонечку перемешиваем. Или наоборот, взбитые сливки, карамель, неважно. Здесь это не так, не принципиально. Все, перемешиваем все до однородности. Вот такой вот гладкий и воздушный крем у нас в итоге получился. Итак, друзья мои, Сникерс мы порезали такими маленькими кусочками. Вы можете количество Сникерса регулировать, хотите больше добавьте. Так же, как количество арахиса. Посыпаем дно нашего тортика арахисом. Далее выкладываем часть крема. Примерно половину. Теперь поливаем карамелью. И раскладываем Сникерсы в произвольном порядке. Как вам нравится. Сникерсом такой торт точно не испортишь. Дальше второй слой крема. Разравниваем лопаточкой. Ну, так я вот, например, хочу оставить такой легкий художественный беспорядок, чтобы не было идеально ровно. Еще поливаю карамелью. Посыпаю остатками Сникерса. При желании можно, как я... Ой, забыла бы салфеточку. Как я уже говорила, мы взяли шоколад, вы можете его расплавить. Так вот красивенько я притоплю их. И украсить шоколадом. Но можно этого и не делать. Итак, друзья мои, вот этот вот прекрасный торт, радость всех любителей шоколада, карамели, Сникерсов и Орео, в общем, по-моему, он угождает всем сразу, мы отправляем в холодильник не менее чем на час. То есть он должен как минимум час до подачи постоять в холодильнике, а лучше, конечно же, на ночь. Сейчас мы его накроем вальцовочной пленкой пищевой и отправляем на часок-другой. Скоро увидимся. Дорогие мои друзья, у нас прошло 2,5 часа. Получилась вот такая красота. Ой,
мы ее аккуратненько вытащили из формы. Сейчас просто потрем шоколадом. По желанию вы можете расплавить шоколад. Потрем посыпем тертым шоколадом. Можно расплавить или топпинг шоколадный использовать. Это уже на ваш вкус. А мы вот так решили. Молочный для шоколада и украшаем. Ребят, вот собственно и все. Эту всю красоту и сладость сладкую можно кушать. А вы не забывайте радовать себя и своих близких. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под этим видео, под всеми другими нашими видео. На нашем канале есть много интересного и будет еще очень много интересного. Подписывайтесь на все наши паблики ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках, в Твиттере, в Google+. Мы есть везде, все ссылочки в описании. Скоро увидимся. Пока-пока.